Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня разберем рывок в полуприсед с ямы. Обязательно посмотрите рекомендованный в правом верхнем углу ролик. Данный вид рывка имеет силовую направленность, так как есть тяга из ямы. Также здесь нарабатывается мощный и высокий подрыв, так как работа идет в полуприсед. На старте прижимайте штангу как можно ближе к себе. При съеме штанги не задирайте таз тяги. Старайтесь подрывать штангу настолько мощно и высоко, чтобы встретить ее в положении полуприседа. Напоминаю, что данное упражнение с полуприседами и все аналогичные не стоит включать часто в свой план, так как велика нагрузка на коленные суставы. Все упражнения хороши, но в меру. Новичкам выполнять с весами до 70% от рывка классического, до 4 повторений в подходе. Благодарю вас за внимание, друзья. Как всегда, жду от вас активности в комментариях. И если у вас есть, задавайте вопросы. Всем спасибо и удачи!